Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы на нашем канале. Так как у нас магазин слаймов, сегодня мы будем тестировать новую марку клея. Кстати, если вы еще не видели наши слаймы, то тогда мы оставим ссылочку на наш инстаграм в описании. А сейчас хотим познакомить вас с одним из наших любимых каналов. И это канал Василиса ТВ. Здесь вам точно не будет скучно. Потому что у Василисы очень крутые и веселые видео. Особенно разные челленджи. А также наши любимые видео со слаймами. Советуем подписаться на канал Василисы. Переходите на ее видео и передавайте от нас привет. Ссылочку оставим в описании. Недавно у нас было видео, где мы добавляли 1 килограмм фишбол слайм. У нас был такой ужасный клей. Нам эта марка очень не понравилась. Если вы не видели это видео, то тогда ссылочка в описании. И мы нашли новый клей. Это прозрачный силикатный клей. Он немножечко с оттенком. Кстати, он подходит к моей кофте. Мы пока не покажем название клея. Смотрите видео до конца и потом все увидите. А также мы скажем, где мы купили этот клей. А мы будем начинать. Мы сейчас ищем очень хороший клей для прозрачного слайма. Для нашего магазина. Пока еще мы не нашли, поэтому попробуем вот этот. Так, наливаем наш клей. Он немножко с запахом. Ну, нормальный запах. Смотрите, видите, он прозрачный. Он достаточно жидкий. Воду мы добавлять не будем. А начнем добавлять боракс. Когда он льется, он прозрачный. Когда он в чашке, видно цвет. Но его можно перекрасить. Ну что, давайте добавлять боракс. И посмотрим, как же он будет сворачиваться. Будем добавлять немножко. О. Надеюсь, он не будет сворачиваться комочками, как другой клей. Буду наливать немножечко. Быстро мешай. Вроде пока что все нормально. Я уже начала мешать руками. Так удобней. Что-то уже получается. Уже получается слайм. Еще добавим немножко. Спасибо. Ребят, как вы думаете, получится или нет? Мне кажется, получится. Если слайм получится хорошим, то тогда мы будем делать с этим клеем для нашего магазина. Ну что, ребят, мы уже закончили замешивать наш слайм. И он очень круто получился. Давайте вывалим его на стол и проверим его способности. Какой он прозрачный. Какой он крутой. Вы видите, немножко есть оттеночек. Но это даже неплохо, он очень красивый. Так, давайте же посмотрим, как он тянется. Тянется очень хорошо и хрустит. Послушаем, как он кликает. И хрустит. В общем, нам этот слайм очень понравился. Когда уйдут все пузырьки, я думаю, что он будет намного красивее. Ну его и даже можно еще немножечко покрасить. Ну что, ребят, теперь мы покажем вам марку клея. И это Клеопатра. Не обращайте внимания, у нас языки синие. Мы кушали конфеты.
В общем, этот клей называется Клеопатра. И мы его купили на eBay. Вот так вот он выглядит. Кстати, есть такой же PVA. Если вы хотите, чтобы мы проверили PVA клей такой же маркой, то ставьте лайк. Комментарии у нас, к сожалению, закрыты. Поэтому будем смотреть по вашим лайкам. Давайте наберем 10 тысяч лайков, и мы поймем, что вы хотите это видео. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока! А мы будем дальше играть. Слепашка.